Привет! Вы на канале «Вкусно дома» и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня я приготовлю очень простое и очень вкусное блюдо из детства. Что может быть лучше в середине лета, чем свежий молодой картофель, пожаренный с лесными грибами? Лично я очень люблю маслята, именно эти грибы я сегодня приготовлю. Нам понадобится молодой картофель, у меня 7 штук, свежие маслята, уже почищенные, их обязательно нужно почистить, 2 луковицы, чайная ложка соли и немного перца по вкусу. Вот и все, что нам понадобится для приготовления этого блюда. И для начала нужно нарезать лук и обжарить его на небольшом количестве растительного масла с добавлением соли и перца. А пока лук обжаривается, нарежем грибы небольшими кусочками и отправим их к луку. Также не забудем посолить и поперчить. Так как грибы я нарезаю довольно крупными кусочками, вот такие мелкие грибочки я оставляю целыми. Лук зажариваем до полуготовности и добавляем грибы. Грибы нужно обжарить до золотистого цвета, на довольно сильном огне до готовности. Далее нужно нарезать картофель, я это делаю соломкой. В картофель добавляем оставшиеся соль и перец. Лучше всего картофель получается, когда жаришь его на довольно сильном огне и не слишком часто помешиваешь. Вот так быстро и просто можно приготовить невероятно вкусное блюдо из свежего молодого картофеля и лесных маслят. К тому же такое блюдо будет сочетаться с любой зеленью. А если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите мне комментарии, мы будем общаться. Также заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм, все ссылочки в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все, приятного вам аппетита, пока!